Так, это вот мое продолжение без точек роста. Ну, как бы кажется, что без точки роста на самом деле меньше нужно ковырять. Еще раз повторяю, меньше ковырять, меньше что-то там делать. Так, значит, вот это вот цветочек я принесла, был здоровым, как-то очень-очень быстро он начал болеть. Но сейчас поищем. Ё-моё. Так, вот. Ой, сейчас, секундочку. Поменяю руку, может, так будет видно. Значит, он, знаете, заметила, когда у него вообще нет корней. Когда нет корневой, орхидеи очень быстро загорают. Очень быстро загорают. Их лучше вот такие больняшечки убирать вообще с окна. Ну, конечно, не в темный угол, да, их ставить. Но от окна убрать. Здесь пропала точка роста. Не знаю, как вам показать. Она вот темная такая, что не видно, да? Но где-то постоял он у меня недели две в такой вот без точки роста. И дал детку. Я не могу вам показать детку, почему-то не видно. Ну вот, видите? И там лезет новый корешок. Видите, зелененькая. Я не могу поймать, к сожалению. С телефона снимаю. Вот, да, лезет корешок. У этой орхидеи вообще нет корней. Прошу прощения. Я вам тоже ее покажу. Тут заболела сильно гриппом. Прям до сих пор еще горло болит. А вот эта вот орхидея, она ярко-желтого цвета. Я в нее влюбилась в Аби. И значит, я видела, что у нее нет точки роста. Но мне ее так жалко стало. Я понимаю, что нормальным людям неполноценное растение просто не нужно. И оно бы там погибло. Значит, вот что мы видим. Ему, ну, он у меня, наверное, он с января, конечно, долго растет. Пока корешков молодых нету, ну, новых нет. Но точка роста восстановилась. Видите? Сейчас. Так, я не вижу сама. Значит, вот вырос листочек. Он закрытый. Но тут же лезет другой листочек. Понимаете? Значит, точка роста тоже не погибла. Орхидея восхитительная. Она так вкусно пахла. Чем-то свежим. Но корневая система... Она там есть чуть-чуть, но она пока не растет, к сожалению. Самое главное, чтобы из шейки начали расти корешки. Ну, это мое мнение. Так, вот следующая орхидейка, да? Ну, покоцанная она была, я ее такой купила. Значит, смотрите. Корневая система у нее пока... Пока-пока... Начала расти, слава богу. Значит, ну, это я ее, наверное, точку роста и испортила, я ее уже не помню. Но она у меня стояла, как бы, вот, видите, корешочек, да, точка роста убитая. Ну, его не было. Не корешочек, господи, листочек. Прошу прощения. Вот, и... Я думала, ну, как бы не было этого листочка. Я видела, что там черное что-то. Это листочек был. Так вот, пришла весна и начал расти. Это получается, вот, за месяц он был. Вот раз, два, три. Как бы, мое мнение, меньше колупать, меньше лазить.
Потому что не всегда точка роста нарушена. Это получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из 7 орхидей, что я думала, что точка роста не восстановится, да? Только у одной орхидеи не восстановилась. И то почему? Потому что я от своего незнания начала там ковыряться в ней. Да? Вот. Поэтому вот такие вот мои больняшечки. Ну, уже, конечно, не все больняшечки. Но как-то вот так вот. Спасибо всем. До свидания.